Блин. Нафидел мне еще. Он все-таки там еще сидит. Хорош. Он спрыгнул вниз. Я его сейчас тут не увижу, нифига. Пока он не побежит куда-то вправо. Он, скорее всего, туда... Даже не знаю, побежит или не побежит. Вообще, как будто бы должен бежать, да? Возможно, это он туда, кстати, пришел. Но мне с ДМР-ки надо сделать килл. Потом болтовку возьму. Все, осталось только болтовка и топ-1. Извините.
ну мне надо с болтовки убить. Я просто сейчас сюда перейду. Я сюда стрельну с болтовки. Это же это чел Нет, это не этот чел прибежал. Прикольно, блин. Ну и этот чел... Я так полагаю, меня сейчас ждет здесь, да? Так, у него шар есть, найс. А мне шар не нужен. Здесь, наверное, надо сходить мост закрыть. Там на мосту какой-то файт. Мне осталась одна болтовка только и все. Это либо в кемпе вот в этом дрались. Мне тут по-любому тачка будет нужна. Вот, если в этом кемпе, то я изи там могу со снайпа убить кого-то. У него там тоже болтовка. Так, ну где этот лютый? Увидел. Сейчас буду по головам стрелять. Ну? Ну он сюда зашел точно, за забор. И прям больше, чем на 100%. Это же не может быть он. Или может... Да блин, это он. Офигеть, я как так прошел? Незаметно.
Не, он там лежал просто, прикиньте. Сейчас хилится. Слишком много времени на него так-то трачу. По факту. Он хочет этого верхнего полутать или что? Блин. Сори, ребята, сейчас верну, как было. Ну это вообще что такое? Вот я ради этого тратил время, кучу. Чтобы просто он лег в опен под меня, я его убил. Где совесть? Отсутствует. Напрочь. Ладно, топ-1 осталось только взять, по идее. Там чел с дропом, у меня тут чел в доме. Тут есть ФАМАС. Но как будто бы я его не хочу брать. Хотя, нет, возьму все-таки ФАМАС. Так, у меня еще должен быть чел слева где-то. С болтовкой. Чел играет на той стороне или что? А, это глайдер, понял. Вот я вот этого чела не вижу, который отсюда стрелял. Не, ну глайдер надо убивать, да? Это мы знаем. Надеюсь, его собью сейчас. Так, тут пятерок нет. Мне где-то здесь чел должен быть, я мегу не заюзал. Он там со снайпой играет. Вот тут пятерок куча.
Где вот этот снайпер у меня? Мне больше всего интересно. А, он тачку взял, понял. Что, собственно говоря, происходит, блин? Камон. Там Т3 каска у чела была. Я его не убил. Один чел вправо уехал. Один чел на берегу у меня где-то играет. Ну, я смею полагать, что он в этой яме должен быть на берегу. Нет, он дальше. По идее, идти надо. Но он не стал бежать. И надо вернуться, залутать броник. И, скорее всего, с этим потом сыграть. Все, один остался, да? Уф. Хорошо. Много времени на этого потратил чувака со снайпой, который был. Который лег просто под меня, блин. Капец. Нормально. 1700 урона.